Всем привет, друзья! Раньше Сэхер хотел сбежать. Яман остановил Сэхер и сказал: «Ты не помнишь, но ты моя жена». Сэхер увидел фотографию Ямана на ожерелье. «Я не помню, Сэхер, но она все еще говорила, что она жена Ямана, и просила у Ямана его кольцо. Каждая женщина любит ходить по магазинам, ей нравится смотреть своему партнеру в глаза и переживать романтические моменты. Также он стал вести себя и в Ямане. Сэхер уже начал любить Ямана. Мы уже видели платье Сэхер. Я мечтала, чтобы в этом платье у Сэхер были красивые и романтические моменты. К сожалению, автор сообщил о смене спонсора. Любовь Сэхер и Ямана началась. Итак, прибытие Зухаль близко. Чичик покинул особняк сегодня, и мы не заметили момента, когда он прибыл. Зухаль убегает при первой же возможности и угрожает Чичику. Зухаль захочет навредить Сэхер. Возможно, во время этих событий к Сэхер возвращается память.